экстренная ситуация. Гусы не бросили яйца. И когда вылупляться будут, тогда уже я буду... Ты горяченькую? О, хороший. Это, знаешь... Регулировать, да? Нет, влажность-то как добавить? Возьму, налью в кружку кипятка и поставлю в стороночки. А еще тряпку намочу и в кипятке и положу в стороночки. И сразу влажность... Уже нагревается? О, уже тепленький. Ты температуру выставишь, да? А какой для гусиных яиц надо? Да термометр надо. Мама бегает, бегает. Малышня у нас замерзнет. Гусы не бросили яйца. Зараза. Тепло. Здесь тепло. Все хорошо. Нагреется. Видишь, вот какой это инкубатор. Переворачивали. Да. Инкубатор-то, видишь, какой это нерегулируемый. Так вот, дедушка приделал вот такую палочку, железочку, а сюда дырочку. Вот. И я переворачиваю, да? Да, и я подхожу вот так, тик-тик-тик-тик-тик. Раз. Ну, раза 4-5 в день. Ночью вообще не переворачиваю. И вот так, и вот так. И всего достаточно. Ну что, кладем? А, давай посветим, проверим. Сейчас мы посмотрим. Болтуны там. Я сверху еще... Маша кинул пока одеяло. Офигеть. Макс, помощник? Че кашлял? Мама уже с плед бегает, укутывает. Оно быстрее согреется, потом температурку я буду регулировать. Так, Бошка, покажи, что там. Там еще ничего нет. Ой, жалко, если сдохли-то. Ну, пока не трогай ничего. Перекрестил Максимка. Так, неси сюда яйца. Ой, подожди, подожди. Максим, не крести так сильно. Так, сейчас, сколько там штук-то у меня? Подожди. Значит, нету. Вот ставим. Держи, Максимушка, вот так вот. Вот, маме, держи, держи. О, бляха, как уже тут тепло. Давай, все. Не жарко, да? Нет, я буду смотреть. Я еще посмотрю. 37,5, наверное, будет нормально. Я еще посмотрю по интернету. Давай. Все проверены яйца. Везде зародыши. Да, уже там. Ни одного болтуна. И что вот бросили? Ну, потому что... Вмешались. Вмешались, потому что они знают, что где-то у них... Блядь, вот это холодное. Ну, положи. Давай его отдельно положим. Ну-ка. Да, они все уже подостыли. Ладно. Все, закрываем скорее. Че, ничего там больше нет? Ну, сдох, ну, сдохли, значит, сдохли. Значит, к тому времени все, пускай греется. Лишь бы не смотрите. Ну, что, я же буду смотреть. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Во имя Отца и Сына. Так, 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 молодец. Блин. Все, нормально. Фу. Мы вчера включить инкубатор, сегодня. Да он так уже там. Так я вчера сидела. Все, передумала. Обе ушли. Ну вот. А ты гусей к ним пустила? Конечно, сразу же. К обоим. Сразу же в этот же вечер вот я отдала их. Вот они сейчас и будут. И, ну вот. Они вдвоем ушли с этими гусятками. Ну вот. Тебе все. Зачем им сидеть на этих яйцах? Если у них готовы когда гусят. Уже гусята, их надо за ними ухаживать. Я же пожалела, гусят их отдала. Ну и все, и пускай. А иди посмотрим. Итак, дорогие наши подписчики, у нас в инкубаторе лежало со вчерашнего дня 6 яиц. Одно яйцо мы сегодня обнаружили, что там вода потекла. И тухлятина на весь инкубатор воняла. Мы это яйцо убрали. Там болтун. Почему болтун. Там воздушная камера была, я что-то не пойму. Не знаю. Сейчас я обнаружила, что одно яйцо стучит вот так вот. Это то, которое вот, которое она бросила первые. Ну, вот та гусыня, которая вывела гусят. Покажем. Вот это вот яйцо и вот это вот эти брошенные второй гусыни. А эти три яйца светлые. Это точно живое. Точно живое. Я слышала сама так тык. Он проклюнуться не может. А может, она помогала им? Нет, они сами проклюнутся. Сами должны? Да. Если, Маша, если он крепкий, сильный,
он проклюнется. Если он слабый, он там сдохнет. Ма, проклевываются только сильные. Спасибо. На здоровье. За успокоение. У меня сегодня в Ютубе 100 тысяч подписчиков. И еще, короче, мы сейчас поедем домой. Ты давай тут ребятишек меня контролируй. Угу. Ага. Я это, как только проклюнется, сделаешь видео маленькое. Ладно, посмотрим. Как-то посмотрим. Ну, позвоню тебе. Давай. Че, мамочка, как у нас тут гусики мои, наши? Я тебе их подарю. Здрасте, меня дедушка выгонит вместе с твоими гусиками. Ну, что, рассказывай. Вот, видишь, проклюнулся. Видно? Какие мой сладкий, да. А где второй? Стучит, вот этот стучит. Второй, ну-ка давай, второй. Вот, а что за вода тут? Не знаю. Ну-ка дай я его послушаю. Да я знаю, вот что. Вот этот вообще сильно стучит, второй. Это знаешь, что вот тут? Я брызгаю же их теплой водичкой. А эти, эти три вот так этим поворачиваю. Еще дней 10 надо жить. Господи, прости. Вот так поворачиваю я их. Все. Так, ну ладно, что? Сейчас я, знаешь, что сделаю? Что? Нормально. Это. Там пишут 35-36 градусов. Это маленькая температура. Да? Да, 37-38. Mm-hmm. Чем меньше температура, тем они позже будут проклевываться. А, вот что. Да. Я сейчас поставлю маленькую баночку с горячей водой сюда на краешек. И там будет пар такой, и тепло. Хорошо. Ну и слава богу, один проклевался. Такой тик-тик-тик-тик-тик-тик. Совсем. Маленькие еще слабенькие. Они уже на улице у меня гуляют. Ну, такие, ладно, цыплята, у них острые клювики. А у этих-то тупые. И как-то ведь, смотри, такую толстую скорлупу. Надо вообще ведь ее. Ну, проплюнулся. Ну, и этот пищит. Тебе Оля рассказывала историю? Нет. Я того-то, это, который воняло, да, пошла за туалет туда, там разбила, там болтун такой, фу. Для этого и смотрят, насколько через неделю на это. На овоскопе. На овоскопе болтунов и убирают. Вот. А второй-то тут лежит яичко, я... Понюхала, воняет. Пойду-ка, взяла ножик, пошлу, пойду за туалет. Я его это попробую тоже. Тюк. Дошла до этой теплицы. Послушала. Тюк, тюк, тюк. Мать честная, побежала обратно, положила. Как неужели? Чуть не разбила. Ой, ты. Так что вот. Ждем. Ждем. Приплод. Ну, если, ну, раз уже проклюнул скорлупу, значит, все уже. Но как они проклевывают? Вот цыплята проклюнули скорлупку, да, и еще могут целые сутки лежать, созревать и греться. Ну, пусть лежит. Пусть лежит. Да, я посмотрю еще раз. Сейчас раз, все на где. Нет. Вот-вот-вот, хорошо вот видно. Вот она. Трещинка. Вот она. Угу. Ладно, давай открываем. Ладно, закрываем. А, ничего страшного. Я сколько раз открываю и проверяется. Проверяю, конечно. Ну все, ладно. Ну все, сейчас надо горячей водички поставить. Вот этот пик-пик. Пик-пик. Ну-ка, давай. Я, короче, думала, то, что вот эти вот дырки, это глаза, я думала, это динозавр какой-то. Это гусёнок. Потом я уже поняла, что это гусёнок. Слабенький какой-то. Ну, чё он не вылупляется? Это все хорошо, смотри, вылупляется, да? Да, нормально всё. Динозавр. Вот. Ну, чё с ним сделать? Не знаю. Ну давай расколупаем потихонечку. Вот, когда цыплят вот так расколупываешь, бывает, что вот тут кровь бежит. А, они бракованные. Видите? Угу. Почему? А потому что, смотри, яйцо уже все. А, у цыплят вот так же, вот такая херня вот. Это что, умрет, да? Да, наверное.
Смочи, ну а побрызгать может быть. Вот говорят, что их надо водой брызгать сильно. Так я же брызгаю. Вот это сейчас порвешь, и кровь побежит. Где у тебя есть брызгалка? Чем ты брызгала? Проливай прям хорошенько. Черт. Мне кажется, они бракованные. Вам здорово. Так вот видишь, крови нет. Значит, живой, это... Может, закроем маленько пока? Тут остывает же у нас все. Да сейчас, подожди ты. Че молчит? Влазит. Вот это вот что, просто сукровица. Ой, там сосуды прямо. Все, 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 больше не буду. Пусть все. Лежит так. Пусть лежит. И это тут тоже, видишь? Он живой хоть, нет? Да хер не. Живой, живой. Живой. Проливать на вот это, водички на побрызгивать. Ой. С пульверизатора-то такой нету. Пшку так вот. Ой, какая. Смотри, какой лежит. Пик-пик, маленький. Давай, просыпайся уже. Лопатулечка. Это, конечно, у кур, если вот так вот цыплят, то они все равно погибнут. Сдохнут, они бракованные. Ну, она сейчас все равно идет и там в этом ящике сидит, роется, что-то там ищет. Нет, уж по привычке так. Подожди, вот сосуды. Ну все, пусть лежат. Сидите, сейчас я кипятка налью сюда. Ну-ка, держи. И вот здесь влажность. Повышена влажность нужна. Ой, конечно, сейчас я. Ой, держим кулачки. Хоть бы выжили, да? Жалко, блин. Вообще жалко. Ну, я не знаю, у нас как бы это впервые в практике. Вообще, высиживание гусей, в принципе. Я не знаю. Посмотрим, что будет, то будет, как бы. Там еще у нас что, 3 штуки. Но наши гусики уже подросли, которые те первые. А эти тоже наши, но они еще маленькие. Слушай, мне кажется, гусыня, если бы была, она бы их расколупала бы сама. Как они не колупали? А как она расколупает? У них скорлупа, знаешь, какая мелкая-мелкая. Вот под ней. Вот такими вот скорлупами. Она может наступить или не что-то. Знаю. Ну вот такие дыры, они если вот нормальные, то они должны выпасть из этих дыр. Ну да. Сейчас я влажность им туда с кипяток взяла. Слышь? Так слышу, пищат. Конечно, пищат. Но вылезти не могут. Сейчас я тепла прибавлю. Вот так вот. Урегулировала кислород. Все, пока. Да я целый день их тут регулирую. Да ёпарасоте. Нужны они нам, да? Возиться с ними. Еще и гусыни сейчас не примут. Так еще и эти яйца неизвестно, когда хоть бы дата была. Дней через... Мам, там цыпленок вылупился. Ой, утенок. Гусенок. Гусенок. Ой, господи, это что тут валяется у тебя? Это... Тихо-тихо. Ой, так это что, это не вылупился он? А мне жарко тут, а? Он уже глазками хлопает. Нет, не жарко. Глазками хлопает, покажи. Да. Можешь вывалить их, а? Ну-ка, открывай. Надо помочить. Ты нет такого-то? Да туда надо теплую воду налить. Глазками, глазками хлопает, но... Значит, ты... Ой-ой-ой, затанцевал. Не вылупляла я никогда. Я бы сейчас, если бы цыпленок, я бы его расфигарила всего. Без всякого этого страха. Разговора.
Потому что вот цыпленок бы в таком состоянии уже готов. Его оттуда можно выкинуть просто. Так его нам тоже можно выкинуть оттуда. Попробуй потихоньку-то. Так вот я думаю, живот у него утянулся или нет? А где у него живот вообще? Вот там животик. Если не утянулся, то он не живучий будет. Да? Да. Почему силы нет вылететь? Потому что очень маленький. Потому что гусыня, она помогает им все-таки, мам. Я не знаю. Сладенький, миленький. Пусть лежит. Ты это, приходи, подглядывай, а то он там перегреется хоть. Могут перегреться. Вывалится, все. Неудобно будет. Так, это. Наверное, мне сейчас лампочку в коробочку делать. Вот видишь? Вот все уже тут готово, высохло уже, крови нету. Это нету крови? Нет. Это не кровь? Это уже все нормально тут. Лапки! Лапки! Какой миленький пушочек! Желтый такой сырой пушок. Утенок. Вот видишь, а когда у цыплят вот рано, то у них вот так сделаешь, и кровь прямо. Текет, да? Вывалить. Так. Вот эту надо было снимать. Все. Все. О, дышит. Все, прибавляем. Спасли. Прибавляем. Пошли лампочку. Лампочку и в коробочку надо. Сушить же их надо. Конечно. У тебя выкинули. Вот не зря у меня в потолке гвозди загнутые везде. А ты мне предлагала, давай, мама, натяжные потолки. А я что тебе сказала, а куда я гвозди эти дену? Ну давай всю лампочку, да? Все, пошли за лампочкой. Вот коробочку, это, коробочку. Коробочку готовим. Вот это у нас переносочка. Сейчас мы сюда вкрутим лампочку Ильича, потому что она выдает очень, очень хорошо тепло, правильно? И они будут под ней, под ней сохнуть. Коробочка, пеленочка. Пеленочка стерильная. Стерильная, все чистенькая. Чистенькая, все глаженная. А, вон у нее гвоздик-то. Неси табуретку. Максим, табуретку тащи. От дедушки неси табуретку. От дедушки. Сейчас мы будем делать подсветку. Тут нам будет этот удлинитель, да? Бери. Только не урони. Так, чё? Так? Да, держи, не бойся. О, следующий. Если он сейчас хоть обсохнет. Да, они хоть обсохнут. О! Вот это, ну, какой громкий. О, ну-ка, что там? Нормальные пузики. О, нормально. Ну-ка. Нормальные пузики. Нормальные пузики. Все вовремя. Правильно, что мы их разделали. Не задохнулись, хоть они там. Да нет, они не задохнулись. Ой, какие мои сладкие. Ну, они, понимаешь, они... Это гусак, да, а это гусыня. Да, ай, вижу сразу. Шея длинная. Это мальчик. Вот это гусак. Это гусынька. Жена и муж будет. Брат и сестра. Ты брат и сестра? Да, конечно. Ну все. Фу, так. Слава Богу. Теперь на...
Мне знаешь, какой нравится больше всех? Какой? Больше иногда полезно быть медиком. Раз расковыряли.